Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Oblivion. В прошлой серии мы занимались странными делами, мы пошли... Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Я промолчу. Ты предпочитаешь молчание? Как и я, мое дорогое дитя. Как и я. Разве молчание не симфония смерти в оркестровке самого Ситиса? И разве не ирония, что я пришел к тебе как уведомитель темного братства? Меня зовут Люсьен Лошанс, и мой голос — это воля Матери Ночи. Она наблюдала за тобой, наблюдала, как ты убиваешь, восхищалась тем, как ты отнимаешь жизнь без тени сострадания. Мать Ночи очень довольна. Вот почему я стою здесь перед тобой. Я пришел, дабы предложить тебе возможность войти в нашу уникальную семью. Я промолчу. Значит, мне удалось завладеть твоим вниманием. Отлично. Теперь слушай. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это. И когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Ладно. Пожалуйста, прими этот подарок от темного братства. Это девственный клинок, и он жаждет крови. Пусть он верно служит тебе, как и твое молчание. Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Ага. Твой путь ясен. Отправь Руфио навстречу своей смерти, и темное братство примет тебя в свою семью. Откроешь, да? Ну хорошо, давай. Мне, в принципе, тоже пора. Приветствую. Приветствую. Так, ну мы немножко выспались, теперь можно и выдвигаться. Да, пусть на ночь глядя. Полетели в Приорат. Надеюсь, посторонних шумов вам не слышно. Чё у нас здесь? Что за привычка дурацкая? Кликать по двери. Да. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Мне нужен Джоффри. Он наверху. Проходи. Ага. Привет, Джоффри. Да ёб твою мать. Я брат Джоффри. Что ты хочешь? Император просил... найти тебя. Император Уриэль? Да, он уже помер. Ты знаешь что-то о его смерти? Саму, если знаю, он дал мне амулет королей. Амулет королей с тобой? Да. Этого не может быть. Может. Дай-ка я взгляну на него. Да, бери, смотри. Клянусь девятью богами. Это же амулет королей. Кто ты? Откуда это у тебя? Что ты знаешь о смерти императора? Ну ладно, передадим последние слова императора. Хоть твоя история и невероятна, я верю тебе. Только странная судьба Уриэля Септима могла верить твоим рукам амулет королей. Это уж точно. Что значит «затвори врата Обливиана»? Значение этих слов не ясно так же и мне.
Император, похоже, чувствовал угрозу, исходящую от демонического мира Обливиона. Принц разрушения Мерун из Дагон, один из лордов Обливиона. Но смертный мир защищен от Дейдра Обливиона магическими барьерами. Ну и как Обливион может угрожать нам? Я точно не знаю. Только императоры полностью понимают значение ритуалов коронации. Амулет королей очень древний. Сама святая Олесия получила его от богов. Это священная реликвия великой силы. Когда император коронуется, он использует амулет для возжигания драконьих огней в храме Единого в имперском городе. Теперь, когда император умер, а его наследник не коронован, драконьи огни в храме потухли впервые за многие века. Может быть так, что драконьи огни защищали нас от угрозы, о которой знал только император? Да, вполне возможно. Император просил найти его сына. Я один из немногих, кто знает о его существовании. Много лет назад я служил капитаном телохранителей Уриэля Клинков. Как-то ночью Уриэль позвал меня в свои личные покои. В колыбели там спал новорожденный мальчик. Уриэль приказал мне доставить его в безопасное место. Он никогда ничего не говорил мне об этом мальчике, но я знал, что это его сын. Время от времени он интересовался жизнью ребенка. Теперь, похоже, этот незаконнорожденный стал наследником трона Септимов, если он еще жив. Где мне его искать? Его зовут Мартин. Он служит Акатошу в часовне города Квач, к югу отсюда. Тебе следует срочно отправиться в Квач и найти его. Если враг знает о его существовании, что вполне вероятно, Мартину грозит страшная опасность. И, пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-то понадобится. Мои возможности здесь ограничены, но я помогу всем, чем смогу. Ну, тогда отправляемся в Квач. Нужно найти Мартина до того, как это сделает враг. Хули делает жизнь такая штука. Коралл. Брума. Читинхолл. Где Квач? Бравил. Сука, где Квач? А вот он. О, еще сосед проснулся. Вообще прикольно. Анвил. Ну, давайте в Квач. Тут же полетели. Дверь. Ага. Ну, это дрожащая острова. Давай. Беги, пока еще есть время. Стражи еще... Кровь богов! Ты что, не знаешь? Прошлой ночью Дейдра захватили... Все, достаточно, я пошел. Дейдра захватили Квач. Ты мне чуть-чуть что-то будешь рассказывать. Сука. Надо бы вступить в темное братство. Заполучить ихнюю броню, а то он бегает, сука. Очень уж медленно. Броня это прекрасная, но не для моего персонажа, который полагается на скорость. Так бы он вообще еле ползал. О, небо разверзлось. Так вообще еле ползет, ладно. После того, как достану Мартина, отправлюсь. Чё? Отправлюсь за броней. Чё вы дерётесь-то, дебилы? Ты думаешь, я под впечатлением? Всё кончится здесь. Ладно, я пошел.
Говно какое. Сейчас ты упадешь. Иди сражайся во имя меня. Слава девяти. Чё такое? Я уже не надеялся увидеть лицо друга. Остальные захвачены. Их увели в башню. А, ты в порядке? Капитан Матиус послал нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата. Мы попали в засаду и оказались в ловушке. А я... Мне тоже нужна твоя помощь. Верно. Давай, пошли. Пошли. Если чё, призову эту тварь еще раз. Как же ты медленно бегаешь, сука. Еще один! Даже крабы держат! Нет, крабы так не дерутся. Поверь мне, мой друг. Крабы так не дерутся. Захвач! Захвач! Нахер пошел. Захвач! Скелетон не очень быстро передвигается. Еще один! Где? А, это эти ветки. Чё, блядь? Ветки — это не страшно. Вон мины, например. Скелета вынесли. Не-не-не-не-не, ребят, ну чё вы такие злые? Ау. 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 Сейф. Мы почти на месте. А куда меня, кстати, карта ведет? Карта меня вообще на выход ведет, так что нет, ей доверять нельзя. Определенно. Но мне надо как-то в башне попасть. Не отрубить.
Кристалл наверху. Давайте это и сделаем, почему бы и нет. А вот и врата. Че это? А че это они мертвые? Че это? Найдем Мэнни и будем выбираться отсюда. Покажи мне, что ты можешь. Становится я тебе покажу. Хуже и хуже. Что там, где-то Дремора вылезла, что ли? Да, смотри. Блять. Какой ты, блять, обидный чувачок. Давай я это оденусь немножко попроще. Но при этом мне двигаться, по идее, должно легче. Вот по логике. Или это из-за перегруза? Сейчас проверим. Блять. А! Прям ебалом словил, ну. Надо же было хоть что-то одеть. Но я бегаю по-прежнему, это из-за кольчужки, из-за кирасы вернее. Вон, видите? Да. Уже замедление качественное. Ну, пока так, я думаю, так попроще будет. Чертоги. Пошли в чертоги. Чертоги разлуки. Нам-то наверх надо подниматься. Но пока эта дорога ведет именно... наверх, почему бы и нет? Ну а говно. Нет. И побежали наверх. Мне нужно в самый верх. А-а-а, темно, как в жопе. А во. Неужели с факелом придется ходить пол игры? План Обливиана. Давай почитаю, что у вас тут есть, что вы такие злые. Пиздец. Угу, нужен даже ключ. Ну, вряд ли у этих призывных гоблинов есть ключ. Поэтому двинули. Высоковастенько тут. Ладно. Сюда! Быстрее! В смысле быстрее? Я и так быстро. Сюда! Быстрее!
Ты не... Сука. Я перегружен, тварь. Нахер. Нахер. Быстрее, быстрее. Найти рычаг, я понял. Не, в принципе, ключ я уже взял, поэтому. Мне ты так-то и не нужен. Ну ладно, так и быть. Десант. Чё вы такие жирные? Так, тут есть несколько рычагов. Вот этот, например. Ага. А этот? Вот он что-то покрутился, короче, и все хорошо, да? Ну ладно. Заебало просто меня в потемках ходить. Не открыла тебе, ну и хер бы с тобой. В принципе, ничего страшного. Он мне не нужен. Ключ я нашел. Это я так очищаю свою собственную совесть. Сосед, ну чтоб ты сдох, а? Ну вот чё ж тебе, блядь? По-другому она не откроется, а? Верняк? Верняк. Ладно, чё, удачи тебе, чувак. Надеюсь, ты выживешь. Хотя вряд ли. Пойдем. Умбра. Иди. Падла. Ладно. Я понял. Оп. А как он меня ошеломляет? Короче, нахер пошел. Кровавый пир. Что такое? Куда ты побежал? Стой, сука. Ugh.
Пошел в жопу, ты говно. Абы дожить. Я думаю, меня хватит для того, чтобы дожить. Я уже близко. Осталось совсем... совсем немного. Спрячь, спрячь, спрячь меч. А чё я тут блуждаю, как котёнок? Давай наверх. И фонтанчик надо заюзать. И это тоже. На колени. В смысле на колени? Нахуй пошел. Вот это вот на колени. Нахер пошел, пидор. Знаете, сейчас как от на колени. Как от на колени у тебя, сука. Бери, бери, бери быстрее, блядь. Все, всем удачи, всем пока. Заебись. Так. Мне удалось закрыть врата, забрав сигильский камень, служивший якорь. Угу. Квач открыт. Замечательно. Вообще чумовое представление. Так, слышь, ты говно. Вот это вот куда ты пошёл-то? Пидор. Так, какие 13 часов? Час, подожди. Сейф. Все, пойдем в кувач. Оп, сука, попал. Ты, а если я брошу? Не, он сильнее бросает. Он явно поярче в этом плане. Так, а чё тут у нас? А где у нас тут? А чё тут есть? А ничего тут нет. Мне надо поспать и левел поднять. Так, мечака мой разрядился. Вот это вот же самое забавное. Как там дела? Мы уже начали опасаться, что мы единственные, кто остался в живых. Так оно и есть. Мартин. Брат Мартин? Да, да, он вон там. Он при... Спасибо. Пока. Удачи. Брат Мартин. Когда подоспеет помощь? Мы здесь в ловушке с тех пор, как Дейдра захватили город. Пойдем со мной, тебе грозит опасность. Конечно, мне грозит опасность. Но я нужен здесь. Я не могу уйти. Вряд ли тебе бы пришло в голову пробираться сюда, рискуя жизнью, чтобы сказать мне что-то, что я уже знаю. Кто ты и чего ты хочешь? Ты Мартин, правильно? Священник. Да, я священник. Тебе нужен священник? Нет. Я не думаю, что смогу сейчас чем-то особенно помочь тебе. У меня сейчас некоторые проблемы с пониманием божественного промысла. Если все это часть божественного плана, то я определенно не хочу иметь к этому никакого отношения. Да, план есть, и мы его часть. Какой план? О чем ты говоришь? Я молился о Катошу всю эту ужасную ночь, но помощи так и не дождался. А Дейдра становилось все больше. Ну я же пришел. Что ты можешь знать такого, что заставит меня поверить, что во всем этом есть смысл?
Ты сын Уриэля Септима. Императора Уриэля Септима? Угу. Ты думаешь, что император мой отец? Нет. Ты, должно быть, принимаешь меня за кого-то другого. Я священник Акатоша. Мой отец был фермером. Эти дейдра вообще-то пришли за тобой. Целый город уничтожен, только чтобы добраться до меня. Зачем? Потому что я сын императора? А зачем мне тебе лгать? Ты башкой-то своей подумай. Я не знаю. Это все странно. Возможно, ты действительно говоришь правду. Но что это все значит? Что тебе нужно от меня? Пойдем со мной, приор Атвейнен. Нет, извини. Но даже если то, что ты говоришь, правда, я не оставлю этих людей на произвол судьбы. Я пойду с тобой, когда мы все вместе сможем выйти отсюда. Какой же ты придурок, а? Ну ладно. Как, сука, список заданий открыть? Я хер его помнит. Нет, это не та кнопка, определенно. В Скайриме все проще было. Определенно. Где эта кнопка? Квачу коня. Почему ты здесь? Что ты тут? Я здесь, чтобы спасти вас. Я не знаю, как тебе удалось пробраться сюда. Ник. До свидания. Бля, чё целый скажешь? Ничего ты мне не скажешь. До свидания. Секундочку. Так. Продолжаем. Так. Мне нужно поискать вблизи лагеря Квасича кто-нибудь, чтобы мог спасти Мартина и остальных людей. Они в ловушке в часовне Акатоша. Ну и ладно. Я пойду. Пообщаюсь с людьми. Может, кто-нибудь и захочет сюда зайти. Что-то я, наверное, провтыкал. Надо было с кем-то пообщаться, а не сразу ломиться сюда. Ну да ладно. Вот ты. Наверняка ты мне поможешь. Мне... Врата закрыты? Ага. Я знал, что ты сможешь это сделать. Это наш шанс начать контратаку. Пойдем с нами. У тебя значительно больше боевого опыта, чем у этих парней. Так мы выступаем вместе. Я могу подождать, но недолго. Да, вперед. Заквач! Заквач! Все, сейчас мы всем все дадим. Сейчас все будет. Захвач! Вперед! Захвач! В смысле, я же уже их убивал. Даже крабы дерутся лучше, чем ты. Победа? Не, нихера. Все, мы победили. Куда ты бежишь, придурок? Стой! Мы уничтожили этих ублюдков! Теперь можно спокойно выводить людей из часовни. Войдем внутрь. Нужно убедиться, что с ними все в порядке. Это только начало битвы за Квач. Мы обсудим наши дальнейшие действия после того, как гражданские будут в безопасности. Я понял. Хорошо. Пошли. Ты идешь?
Я иду. Ты идешь? Иди. Докладывай, солдат. Тебе свои же ногу прострелили. Дерри Хейнен, я и гражданский. Это все? Больше никого не осталось? Были и другие, сэр. Были, кончились, видимо. Но они отказались оставаться здесь. Мы пытались убедить их, что это опасно, но они все же ушли. Думаю, они все погибли. Хорошо. Что хорошего? Часовня очищена от Дейдра, и этих людей нужно отвезти в безопасное место. Немедленно проводи их к лагерю. Он к югу отсюда. Но, сэр, я хочу участвовать в сражении. Не волнуйся, солдат. Как только люди будут в безопасности, немедленно возвращайся сюда. Нам понадобится каждый меч. Предстоит еще много сражаться. Сэр, есть, сэр. Гражданские, люди, теперь можно выходить отсюда. Пойдемте. Ну чё? Мы сделали это. Поверить не могу. Я ведь не думал, что это сработает. Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу. О да, еще не конец. Даже не близко. Это был только первый шаг. Если мы хотим вернуть себе этот город, нам нужно пробиться внутрь замка. Ты все это время с нами. Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить, твоя помощь нам очень пригодится. Блять, я сам должен закрыл предупредить. То, что мы видели, не идет ни в какое сравнение с битвами, что, возможно, ждут нас. Воспользуйся этой передышкой, чтобы прийти в себя и... Ну, я тебя как понял. Ты? Ну да, пошли. Наш. Вы выводите гражданских, а мы пойдем вперед. Ура! Ура! Текстуры говно! Это максимальные настройки, блядь. Это максимальные настройки, сука! Черт, вот доса... Эти ворота закрыты! Мы не можем открыть ворота с этой стороны! Единственный механизм, поднимающий их, а единственный способ попасть в караульное помещение — пройти через туннель в северном здании стражи. Но... Ну, пошли в северное здание стражи, или ты мне одному предлагаешь туда идти? Я бы не хотел. Но, видимо, придется. А чё за квест у меня, кстати? Битва за замок Кладич. А он активен? Мы патрулировали окрестности и увидели дым на золотой дороге. Чем мы можем помочь? Следуйте за мной. Мы будем идти за тобой. О, у вас хорошие доспехи. Я не могу спать. Я ложусь и закрываю глаза. Но не могу перестать думать. Я жду, когда капитан Матиус отдаст... Да ключ от здания в страже, где? Да, он у меня. Ну так давай его сюда, сука. Приказ. Нет времени объяснять. Стоило тебе оказать страже одну маленькую услугу, и ты уже считаешь себя лучшим другом Матиуса? Ага. Скорее всего, ты не найдешь его без моей помощи. Я пойду с тобой. Если мы доберемся туда, я открою тебе дверь.
Я еще кое-что могу. Ну, пошли. Надеюсь, ты не сдохнешь. Я еще только разминаюсь, червяк! Тебе не одолеть меня! Даже крабы держатся! Ты смеешь противиться? Кроши их, кроши! Какая боевка! Какая виртуозность! Где этот дебил? Куда он побежал? Вон он. Тар! Я тебя не боюсь! За императора! Руби их, кромсай! Клеймура. Так, ну это тяжелые доспехи. Давайте шлем легионера возьмем. Напялим себе на башку. Будем выглядеть аки легионер. Да я знаю, что эта броня немножко читерская. Та, что я добыл. Она крайне хорошая, но она мне не по уровню. И на моем уровне сложности не убить. Это... я перегружен. Ну, значит... значит что? Значит, не судьба. На, вот, забирай назад легионскую кирасу. И все. Хочу походить с полуторником. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Че такое? Куда пойдем? Вот вход. Пошли сюда. Или нет? Нет. А, мы просто вот этого вот дебила потеряли. В жопу свои же стрелу всадили. Магия, блядь. Отвратительно. Хороший выстрел. Пойдем, пойдем. Пришли. Ход находится... Люк-то где? А, во. Так. Ну хорошо, погнали дальше. Давайте сохранимся только.
Яр. Ни хера не видно. Вообще ни черта. А, просто войти в те двери. Я думал, это точно такой же проход. Подожди, какие нахуй? Ясно. Понятно. Сейф. Покажи мне, что ты можешь! Вперед! Что это такое? Блять. Я что-то... Бля, меня отпиздили. Нормально? Мрози. Верните мне Умбру. Нахер я вообще куда-то лезу, блять. Финале. Это все, что ты можешь. Еще б ты попадал, короче, цены б тебе не было. Все, победа. Здесь все чисто. Мы должны пробиться внутрь. И найти графа, пока еще не поздно. Вперед! Вперед! Мы все умрем. Это пиздец. Хорошо. Маст не во... Ну вперед, ну че ты, блять, вот это вот как дебил. Иди дерись. Все окончится здесь. А ты чё стоишь, говно? Ой. А меня ведь сейчас отпиздят. Да ё-моё, вы чё тут конченые, блядь. Я на твоей стороне. Я не это хотел сделать. Да чё за нахер? Сраные гоблины не выносятся, блядь, уберным мечом. Хорошо. Пиздец. Они меня ебут как сидорову козу. Пиздец. Эти еще там сражаются, нет? Вроде нет. Тебе нужно найти графа. Мне нужно найти графа, блядь. Вот это ты меня тоже вообще порадовал, чувак. Мне вот вон нахер нужен граф твой. Сука.
Чё меня тут вот это вот стреляет? Откуда? А, о, он за мной прибежал. Ну вот и граф. Тебе это уже не надо. А вот твой сервиз мне пригодится. Все, пойдем. Больше тут ничего такого. Да, пусто ведь. Сука. А вот что самое интересное, а выбрасывать-то как? Нет, это экипировать. Нет, но я найду кнопку рано или поздно. Давай, признавайся, тварь. Или нет? Ну ладно. Нет так нет. Я даже загуглил, блядь. Это просто немыслимо. Не, тут просто выстреливал стрелы в надежде, что мне хватит места. Н-н-н. Ладно, уходим. Так, ну чё, я нашел вашего лорда, правда, у него все печально, поэтому... оружейная. Нет. Я и так перегружен. А еще какое-то говно на себе тащить? Нет. Я пас. Ну же, я нашел вашего лорда. А че вы со мной не хотели-то пойти? А, твари? Где граф? Почему он не с тобой? Потому что он помер. Как ты смеешь неуважительно говорить о нем мертвым? Если бы не вся твоя помощь, я бы прикончил тебя прямо на месте. Давай. Где кольцо графа? Оно у тебя? Нет. Найди его, не... Кольцо графа у... Ладно, на. Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Давай. Кирасу мне свою отдал. Сука, в очко себе ее засунь. Олень. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом я завершу сегодняшнюю серию. Она была немножко странной. Ну да ладно. Ничего не поделаешь. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.